культуры, городской, поселок городского типа. Много гармония, учитывая, где находится ДК. Очень сомнительно. Чего гармоничного? Потому что это просто какой-то архитектурное кладбище просто. Просто в таких заброшек целая колода. Цивилизация молочного. Со всеми удобствами. И старина. С колонками. С туалетами на улице. Все печально. Я побывал в молочном, и действительно, как гласит Стелла, я люблю молочный, но люблю его как писатель, которому было чем вдохновиться. Архитектура, природа, компактность, собственно, вообще какая-то самостийность, оригинальность. Но люблю ли я его, чтобы жить здесь? Пожалуй, нет. С легкой натяжечкой, но нет. Уж извините меня.